Это же Андрей придумывает, раз он такой умный, первый вызвался. Не-не-не, его тоже нужно удивлять. То есть, знаешь, это как бы, потому что следующий выпуск ты придумаешь. Секретный вопрос, чтобы мы его не знали. Нет. Ну да, прикольно. Ну, Андрей, а у тебя что? Не, мне кажется, просто если у кого-то есть идея какая-то, пускай будет, мне кажется, ну, как традиция, не традиция. Попробуем, по крайней мере.